Белорусские медики первые в мире провели операцию по удалению у новорожденного грыжи живота. Завершилась она буквально несколько минут назад, и по мнению медиков Республиканского научно-практического центра детской хирургии прошла успешно. Планируется, что уже через месяц мама маленького пациента, а мальчику всего 8 дней от роду, сможет забрать его из клиники уже здоровым. Технологию этого метода лечения разработали хирурги нашего центра «Амфалоцели». Именно так называется врожденный дефект брюшной полости. Оперировали и раньше, но в несколько этапов и на протяжении примерно 6 лет. Теперь, с учетом специфики детского организма, метод доработали, и для полного выздоровления достаточно всего 2 операций. Как выяснилось, только в этом году врачи детского хирургического центра успешно выполнили еще несколько абсолютно новых операций. Было выполнены в кардиохирургии новейшие операции при пороке сердца у ребенка с экстремально низкой массой тела. Таких детей еще не оперировались. Это была карктация аорты ребенка 1 килограмма. Кроме того, мы впервые у детей в нашей республике выполнили операцию при ахолазии пищевода. Это когда ребенок совсем не мог кормиться. Подробности операции, аналогов которой нет во всем мире, смотрите сегодня на «Беларусь-1» в программе «Панорама» в 9 вечера.